у взрослого оцелота не самые скромные размеры. Однако до ягуара ему далеко. Это очень опасное создание. На его стороне не только размеры, но и мощные ноги, которые позволяют ему прыгать далеко и быстро. Он молниеносно настигает врага. Нет пощады никому. К тому же ягуар не боится воды. А челюсти его настолько мощные, что даже крокодил может попасть на его обеденный стол. Поэтому оцелот старается вообще не попадаться ягуару на глаза, чтобы не встретиться с этим смертоносным охотником. К счастью, эти коты занимают разные ниши в экосистеме и не мешают друг другу в охоте. Не являются прямыми конкурентами.